Сегодня школе-интернату номер 68 присвоено имя героя Советского Союза Мартбека Мамраева. В честь этого в учебном заведении прошло собрание с участием школьников и родных героя. Сегодня школа-интернат номер 68 города Караганды была названа в честь старшего сержанта гвардии Героя Советского Союза Мартбека Мамраева. В честь этого события в стенах учебного заведения прошло торжественное мероприятие. Родные и близкие Мартбека Мамраева встретились со школьниками и возложили цветы к памятнику легендарной личности. Сегодня в 68-й школе прошло большое мероприятие. Школу назвали в честь моего отца Мартбека Мамраева. Мой папа прошел войну, воевал на фронте Украины. Это прекрасно, что у нас был такой человек. Желаю школе только добра. Директор школы говорит, что их учебное заведение заслуженно получило имя Мартбека Мамраева. На протяжении многих лет учащиеся школы показывали хорошие результаты в учебном процессе и вне его. Педагогический коллектив гордится своими учениками. Наши дети внесли большой вклад для того, чтобы нашей школе была дана честь называться именем Мартбека Мамраева. В Каркаралинском районе есть тоже школа и музей имени Мартбека Мамраева. Мы ездили туда, собирали информацию с помощью этих экскурсий, и в нашей школе появился такой музей. В завершение мероприятия в школьном музее гости мероприятия провели урок мужества для учащихся. Сергей Пасечник, Мейржан Жумуратов, Николай Шевелев, 5 канал.